У нас уже 3 июля, я всегда с утра прихожу батона кормить в первую очередь, он же малыш маленький, ему надо часто кушать. И завтра уже прилетают Костя, Настя и Катя, с нетерпением ждем, особенно Лискину реакцию. Мне сегодня снилось уже, как я снимаю реакцию Кости. Я сейчас занимаюсь стиркой. А Лиска бека малая встала сегодня в 6 утра, в 6, и сейчас досыпает. Мне еще вот сколько надо выстирать. Сейчас развешу то, что уже выстиралось. Ой, в общем, большая стирка у меня. Уже пришла Лариса. Шуршит, делает сырники и пробует Надину окрошку. Ну как? Надюха, ты спасла человека от жары. Ну да, но в холодильнике холодное стало, да? Угу. Нам еще кушать в такую жару просто невозможно. Ну да. Расскажи мне секрет таких пышных сырников. Они у меня никогда в жизни такими не получались. Вот прям у тебя как в столовой вот эти пышечки. Да? Угу, класс. Секрета нет, что вижу, то и намешала. Творог. А как они так поднимаются? Там сода или что-то? Немножко добавляю. А, сода, вот, да. А я никогда не добавляю, понятно. Не, немножко надо, но чтобы не сильно, потому что потом чувствуется творог и очень чувствуется сод. А для меня идеальный завтрак это вот так сырники и холодный компотик из фруктов. Это просто класс. У нас уже 4 число, сегодня прилетят Настя, Катя и Костя. Лиса еще даже об этом не знает, гуляет во дворе. О, черепаха плавает в другом бассейне, ничего себе. А что ж ее на солнце-то? Можно ей так на солнце? Кто-то пересадил черепашку, да? Черепаха? Черепаха. Надо менять, это ужасно. Почему? Попробуй ее посадить. Что, она вперед соскальзывает или что? Какой? Там можно ноги поломать, пока ее усадишь. Тю, не знаю. Попробуй посадить. Ну, давай, поймешь, пошли, Алис. Угу. Кстати, понимаешь, да, в чем дело? Угу. Ну, это что-то не то. Там. Смотри. Вот это ж хиба посадишь Ні, дитину? Ні, это ж не то с этой качелькой. Угу. Я ж тебе говорю, ноги можно поломать. Я-то ее сажаю, но это... Это да. Даша сегодня, видите, какая краска. Повернись. Вся шея в этой краске. Ужас. Мама сказала, будет отмачивать ее сегодня. В ванне. Спасибо. Хочешь пойти с енотом поиграть? Он сейчас гуляет в Алисиной комнате. А ты... А что, я? Хочешь? Алиска, ну холодно же сейчас, не надо так делать. Я-то его не боюсь. Смотри, это же я вынесла полотенце специально, чтобы вот это вытирать, оно висит наверху. Да подожди, я хоть воду солью. Что же его вытирать? Потому что ты ей на ноги. Нет, не на ногу, а рядышком. О, черепаха. Мы уже мокрые. Босячка. Черепаха чуть оттуда на втекла. Она уже еще раз сбегала, говорили, что ее возле мусорок ловили. Она тут пыталась. Ну, так. Так, я пошла дальше убирать. Что-то Джета все время живет в песочнице. Вы замечали? Надо игрушки поубирать. Они ей там мешают. Ей, видать, там мясо. Хорошо, то и надо и нам лежать там, если там мягенько и хорошо. Так. Пойду я Лискины вещи занесу домой. Только ее переодели, и она заплюхалась. Так, я пошла дальше делать уборку. Может, ее опять переодевать? Я не знаю, что высохнет. Прохладно же. Да, я имею в виду, что она мокрая. Пощупай, сильно там мокрые колени. Да прохладно. Ну пошли, другие штаны наденем, есть еще. Пойдем переоденем. Я настирала как раз много. А там же енот. Ну и что? Алиса любит енота. Копать? Копать? Ты копаешь? Сейчас Джету засыпешь. Так, жду вас дома. Сейчас штаны найду. Сажать на качельку?
Как? Нет? Лимон! Он меня услышал и выскочил на окно. Он сейчас проломит эту оконную лбом. Ко мне хочет. Сейчас, Лимош, я зайду. Я иду к тебе. Ох, я общительный. У нас Лимон вообще один не любит быть. Иду я, Лимош. Лимоша, а я тут уже. Лимошечка. Смотри, с окна за вами наблюдает. Лимошка, я пришла. Ой, ой, обрадовался, обрадовался. Боже мой, сколько радости. Боже, посмотрите, что он вытворяет. Обрадовался. Ах ты, Лимон. Да, маленький, ждал, ждал. Мой хорошенький. Мой хороший мальчик. Видите, уже его приучила, когда глажу, меня не кусать. Боже, Лариса так чихнула, что я вздрогнула. Мой хорошенький, мой маленький. Так, штаны Алисе найти. Я уже все перестирала за эти дни, как и хотела. Так, надо ей выбрать штаники. Так, только осторожно, тут Лимон. Не-не, Лимон, вот ему надо тоже сюда. Бегом аж надо. Лимон, ты что? Ты что? Будь здорова. Ой, куда же вы обуви? Намочила штанишки, да? Кнопуля? Шо, Лимончик, ты там кричишь? Слезть не можешь? Стал бояться слезать, представляешь? Да, нашел, как слезть. Прискакал, прискакал. Бегу. Бегом, бегом. Жду. Алиса, сегодня папа приедет. Слышишь? Папа! Мы вчера вечером видео Насти насмотрели на ее канале. Алиса увидела Костю и начала «папа, папа» говорить. Да? А он боялся, что папа. Она его забудет. Папа! Папа! Да! Папа сегодня приедет, доченька. Уже наконец-то приедет. Ой, что все штаны одела. Ты можешь, а не трогай меня. Ух ты, Боже. Прыгаю я. Кака. Это енот кушал, кака. А есть еще такие орешки? Есть. Можно? Да. Одень. Только лучше сначала Алису забери, я боюсь, что она укусит. Вот так играючись. Вон, видишь? Енотик Алиса, иди, видишь, давай. Гуляет. Енотик гуляет. А так Алиса все время садится на ступенечку обуваться. Мы не обули, зайчик. А, игрушки, игрушки увидела. Садись, садись. Да, это я собираюсь в кладовку занести. Это все равно еще не по возрасту. Вот это все я отобрала в зале. Угу. Что надо спрятать пока в кладовку. Все, пойдемте. Идем? Палочку лучше тоже оставить, она замызгается на улице. Пойдем. Давай. Выходим, Дашулька, пойдем. Случайно дождя не было ночью? Не знаю, мокро было. Мы утром выходили, было мокро. А Джета все время в песке лежит. У нее же будка есть, вольер есть. А она полюбила песок. А, смотрите, чтобы она опять не замочилась. Хорошо, девочки? А где свой телефон? Дома? Это я не знаю. Может, у Нади. Тут в коридоре белье. Надеюсь, оно уже высохло. Хочу к девчонкиному приходу, чтобы в коридоре ничего не валялось и не висело. Вот пока что... В комнате только меня устраивает порядок. И то сейчас Лимон его, я чувствую, испортит. Ты, Лимошка, Еношка, Крошка. Общительный он очень. Вот, кушал он орешки. Можете на канале Хомки посмотреть. Там сегодня про него вышло видео. Какие игрушки играет Лимон. Вот. Ну и видите, вот такой у меня порядок. Вот так я придумала. Поставить мягкие игрушки сверху для того, чтобы они не валялись целой кучей, как это было раньше, на диване. Теперь оно довольно симпатичненько смотрится вот так. То есть их видно. И то вот здесь еще многовато. Я собираюсь перебрать вот эти игрушки, еще до этого не дошла. Так, Лимон уже и мусорку завалил. Ох и Шкода, да? Ты Шкода любимая наша. Шкода любимая. Шкодульчик.
Шкадулькин такой хороший. Давай закроем мусорку. Лимошка. Куда тебя уже несет? На парту ему захотелось. Наверное, тоже эту палочку хочет, как и Алиса. Чего тебя туда несет? Смотрите, настырный какой. Сел за парту. Лимон везде побывает, где ему захочется. Пошли уже туда, к тебе, кошкам. Пойдем? Выключать хочешь свет? Это лампа, Лимоша. Все, ничего интересного не нашел. Пошел дальше. А кто такой? Посмотрите, нашел. Палочки там под столом. Это ж надо. Ах ты хитрюша. Задумался. Ты что задумался, а, Лимошка? Лимошечка. Умняшечка. Голоса слушаешь, да? Настю выслушаешь. Приедет сегодня твоя Настя. Наконец-то. Да? Интересно, как он ее встретит. Интересно, как Алиса встретит всех. Обязательно все засниму. Ждите. Думаю, что к вечеру уже опубликую. Да? Да?